Здорово, пацаны. Я опять сегодня на даче. Осень. Как бы надо подготавливать дачу к зиме. Урожай собран. Яблоки, виноград. Ну и так по мелочи. Ничего такого серьезного я не сажал, так как был занят музыкой, работой и прочей канителью. Ну так, пробежимся вскользь по новостям Орловского районного масштаба. Первым делом я хочу напомнить, что у Виктора Агыги юбилей 14 октября. И всем любителям Агыг надо это взять на заметку, так как Витя Агыга ждет от вас теплых сердечных поздравлений. Я вас люблю. Если у кого-то есть лишнее, понятно. Киньте на полтинник. Ну, полтинник мне. Я вас люблю. Все равно. По-любому, даже если нет у вас ничего, все равно я вас люблю. Так что берите себе на заметку номер телефона Витя Агыги и ссылка там на Яндекс.Кошелек будет в описании. Ну, что еще тут у нас? А, у Саши Ключа был день рождения вот на прошлой неделе. Парень его отметил хорошо, с друзьями, с родственниками. Немножко воды. И немножко еды. Ну и как бы готовиться теперь к Новому году. С кредитом порешал вопросы, ну, устаканил все, и как бы у пацана все ровно. Пожелаем же ему доброго здравия и тоже долгих лет жизни. В музыкальном плане группа Шляпа Бэнд, а то есть Славик Боцман и Викентий Самогонкин недавно выступали на концерте памяти Егору Летову. И довольно-таки хорошо выступили. Слава Боцман был в роли Ленина, как всегда при всех регалиях там. А Викентий Самогонкин в роли революционного матроса. Особенно мне понравилось исполнение песни Егора Летова «Пошли вы все нахуй». Ему подпевал зал, все хлопали в ладоши и дико веселились. Кавер удался на славу. В группе «Адовый мужик» все ровно. Пишутся новые песни, стихи. Торпеды к бою и на грудь кресты. Эх, дамочка, держи подарочек. Сегодня не щедрые, не озорные. Эх, дамочка, на щечках ямочки. Сегодня не веселые, пойдем со мной. Эх, кралечка. Сейчас я занят монтажом различных клипов и активно помогаю группе Шляпа Бэнд, потому что Викентий Самогонкин занят лечением зубов у населения города Орла и как бы не успевает всем заниматься, приходится подставлять парню плечо. Я вот тут решил пообедать, горелочку запытать. Горелочка кирогазит, ой-ой-ой. Крутая штука. У меня тут сегодня все по-лайтовому, бич-пакеты. Вот, вскипятил водичку себе. Чик-чик. Буду суп есть. Пока пусть настоится. Да, еще, парни, совсем забыл сказать. У меня же тоже день рождения скоро. Только у меня 20 октября. Так что тоже жду ваших поздравлений. Эх, что-то есть я захотел сильно. Поработал хорошо, надо и поесть хорошо. Но только с едой у меня что-то совсем сегодня плоховато. Ну ладно, я вот себе эту лапшу-то заварил. Вот сейчас ее надо задегустировать. О,
А еще у меня пацаны есть. Ну, кто заглядывает в КБ, знает, откуда этот продукт. Чешские колбаски. Вот Чехии они явно там не пахнут. Просто написано «чешские колбаски». Надо попробовать. Что-что такое. Гуд. Слушайте, когда вот так прохладно на даче и капает дождь, а ты сидишь здесь и наворачиваешь. Во! Вообще класс. И вообще тебе по барабану все. Настроение у тебя сразу улучшается, и ты такой сидишь и думаешь такой. А еще у меня горелочка есть. И скоро я себе заварю чай пуэр. И вообще у меня все будет гуд. Ой, глуманулся. Не, пацаны, сейчас я поем, а потом буду заваривать чай-пуэр. Ждите, чай-пуэр!